последние годы все чаще и чаще звучит мнение, что День Святого Валентина праздник нам чуждый, и отмечать его не нужно. И в первую очередь против праздника выступает Русская Православная Церковь. Мы обратились за комментариями к первому проректору Хабаровской духовной семинарии игумену Ефрему. Верное чадо Русской Православной Церкви и Православной Церкви в целом, Вселенской, этот день никак не отмечают. То есть мы не знаем святого с таким именем. И поэтому все традиции, которые у нас в наши дни актуализированы, связаны с этим днем, проходят мимо нас. Мы никаким образом участия в праздновании этого дня не принимаем. Другое дело, что этот праздник в настоящее время, с одной стороны, называется днем всех влюбленных, но с другой стороны, мы видим, что неправильное понимание любви в наше время в этот день во всей своей такой печальной красе предстает. И этот день понимается, к сожалению, многими как день блуда, разврата и разного рода извращений, которые основаны на искаженном понимании врожденного для каждого человека чувства любви. Инициативу непразднования данного дня можно поддержать, тем более, что следующий день, 15 февраля, это день Сретения Господня, древнехристианский праздник, который в наше время является еще и днем православной молодежи.